Народ, всем привет! Сегодня снимаю видос о моем хобби, так сказать. Идем снимать контент Настюхе для ее работы. И в конце я вам как раз-таки покажу результат. Погнали! Едем фоткать вот эту дамочку. Надо уж весь был салон туда перевезти. Никогда не получается просто так съездить. Всегда дофига вещей. Жесть. Да-да-да, иду. Четвертый. Все, не прыгай. Скорее всего, они здесь были и приехал сюда мебельный. Здрасте. Алексей. Наш фотограф. Наш топ-модель. России, можно сказать. И, конечно же, ну даже без меня, монтажер, ё-моё. Настя, ты чё как самурай стоишь? Самурай! Процесс идет. Сейчас будут ловить каплю. Ну-ка. Третий час, пипец. На самом деле, 3 часа это не так много. 2 часа мы уже отфоткали. Пока подготовить, пока туда-сюда. В общем, это все долго. Ну и чё ты лежишь? Настя. Что? Я позирую. Я уже устала, не все фоткаются, фоткаются сколько можно. Все, осталось 5 минут.